Выслушай противоположную сторону, чтобы понять суть произошедшего. Истина непреложна. Для руководителя муниципалитета особенно. Жительница станицы Анапская свою жалобу на соседей, ведущих перепланировку дома без учета санитарных норм, подкрепили фотографиями, сопроводив и эмоциями. Они мебельный цех открыли на гараже на своем. И прямо к нам вот так вот. Но они нас выживают, это понятно. Трубу прямо вывели в окно. У ребенка гастрит, у меня гастрит. Нас рвало, мы сначала ничего не могли понять. Они вот топили, понимаете, вот они в 10 часов начинают работать и вот, заканчивают вот 7-8 вечера. И все время дым в окно. И просто пластик уже починили. Сергей Сергеев готов разбираться по сути заявленной жалобы, но... Надо разбираться еще. Послушайте вторую сторону. Вот. И вы должны четко представлять полномочия муниципальной власти. Наше управление муниципального контроля осуществляет земельный контроль. Городостроительного контроля у нас нет, как такового. Это не наше право. Сейчас вот если вы телевизор смотрите, президент предложил буквально месяц назад делегировать нам это право до 3 этажей, то есть то, что касается ИЖС, чтобы осуществляла муниципальная власть. Потому что вот эти бардаки все возникают именно поэтому. Потому что мы приходим, да, земля наша, виду разрешенного использования соответствует. А дальше мерить, ходить и все. А то, что вы рассказали по прописке сейчас, по изменению, у них есть право по упрощенке зарегистрировать домовладение напрямую в регистрационной службе. Вот. Поэтому здесь надо разбираться. Жители дома 190 по улице Крымской подозревают, что реконструкция нежилого помещения, расположенного на первом этаже пристроенного помещения многоквартирного дома, завершится открытием кафе, которое нарушит мирную жизнь спального микрорайона. Будут работать эти вытяжные установки, они будут гудеть, они будут вибрировать. От этих мощнейших кабелей, вот тут 8 кабелей тут видно, проведены, будет мощнейшее электромагнитное излучение. Мы будем дышать, 3 дома будут дышать смрадом. И в конце концов, это является нарушением санитарных норм. Они будут нарушать условия нашего отдыха, вообще жизни. Глава готов помочь этим людям. Дает совет, как оформить заявление с соответствующими требованиями. А вот жильцам многоквартирного дома по переулку Северному 1, оказавшимися заложниками действий мошенников, на просьбу ввести их дом в эксплуатацию ответить положительно не готов. Каким образом мы должны ввести эксплуатацию? Вы не единичные, такие, которые имеют право собственности, но ни воды, ни канализации, ни электричества. Хотя людей, оказавшихся в такой ситуации, искренне жаль. За нами стоит 280 человек. Люди, которые проживают постоянно в этом доме, являются собственниками на сегодня. У нас на сегодня создана ТСН в доме. У нас на сегодня имеются договоры с ресурсоснабжающими организациями. Есть разрешение на подключение света. Есть технические условия на воду. То есть у нас сегодня заявка, все оформляется законно и обоснованно. У нас сегодня единственная проблема. Мы обратились в суд для того, чтобы, поскольку вы прекрасно знаете, да, говорите, что владеете ситуацией, вы знаете, что сегодня застройщик все, так скажем, находятся на скамье подсудимых. То есть к ним предъявлено обвинение. Застройщики на скамье подсудимых, экспертиза на безопасность данного строения не дает соответствующих гарантий. А вот я считаю, что пишет мне экспертиза. В арбитражном суде рассматривалось дело номер такой-то в соответствии. В ходе рассмотрения была назначена судебно-строительная техническая экспертиза. Точка. Согласно заключению эксперта, объект не соответствует разрешительной документации, противопожарным, строительным нормам и правилам. Часть обеспечения сейсмобезопасности, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, так как в случае сейсмического воздействия есть опасность его разрушения. 20 июля очередное судебное заседание по этому вопросу. Сергей Сергеев настаивает подождать судебного вердикта.